Незаконный бизнес в Петербурге организовала гражданка Узбекистана. Без тени смущения женщина призналась полицейским, что содержала салон по оказанию широкого спектра услуг интимного характера. Небольшое предприятие полностью находилось под неусыпным контролем хозяйки. Подозреваемая сама договаривалась с клиентами по телефону, собиралась завсегдатаев деньги и составляла график дежурств сексуальных работниц. В действиях, направленных на организацию занятия проституцией третьими лицами, подозревается гражданка Узбекистана Усманова. В настоящее время подготавливается материал для передачи в орган для дознания для принятия решения о возбуждении дела по статье 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме предполагаемого организатора, в четырехкомнатной квартире находились еще четыре девушки, на которых, по версии следствия, лежала, так сказать, основная работа. А вот с оперативниками покладистой жрицы любви искать общий язык и сотрудничать не согласились ни под каким предлогом. Пролифанце? Молчит. А что вы опять сможете сказать? Девушка, а с вами разговариваю сейчас. Чего-то боитесь? Задержанных привлекли к административной ответственности. Уголовное преследование грозит организаторше борделя. Также следователям еще предстоит выяснить, как долго работал притон и кому принадлежит квартира.